Итак, где я нахожусь? Ну, я нахожусь в том месте, где я бы хотел бы вам это все продемонстрировать. Только я сюда захожу, даже ценники опустил, понимаете? Ну, народ что-то не идет. Но давайте все-таки проедемся немножко чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше. Это несложно. Вот этот самый поворот, где отдельный заезд в депо под названием Магнитогорский электротранспорт. Вот прямо, получается, повернули сюда. И чуть-чуть немножечко, вот стройдвор прямо передо мной. Вот там 6-й, 7-й и вот 162. Я немножко потом покажу это, естественно, да? То есть нам надо туда проехать, для того, чтобы вы увидели немножко другие цены. И другие ценники, и другое количество товара. Сможете ли вы это сделать? Я думаю, легко. Как это ни странно звучит, но в месте богатом на рекламу, рекламы нет. Что тут творится, я понятия не имею. Хотя есть одно понятие. Это откат. С неоткатными деньгами. В принципе, реально фиолетово. То есть у человека денежки от комбината, естественно. Он по-другому ничего не понимает. Он думает, что ну рано или поздно все будут ремонтироваться. И естественно, куда они приехали? Они приехали в стройдвор. Возможно, что у них что-то купят. Ну, в принципе, возможно, купят, однозначно. Потому что рано или поздно есть человек, который не дойдет, что где-то рядышком, всего лишь в 200 метрах, чуть-чуть дальше, на советской 160/2, вы можете купить. И это реально будет дешевле. Наша благость реализует все на четкой траектории. С последней очередью от строй двора. Это всего лишь 200 метров. Советская 160/2. Это и есть. И теперь с ценами от производителя и без аренды. И мы начинаем с пресса. Ну, тут не совсем один пресс. Тут их несколько. Мы говорим о лучшем предприятии. После ремонта домов у жителей города благодарность неписанная. Все делается своими руками. И вы можете это приобрести по самой лучшей магнитогорской цене. Не докатываем? Докатим. Кто ремонтирует лучше? Для этого мой YouTube. Кто позволяет купить, он же, без аренды, цену, знаете? Цена здесь, на советской 160/2. Бегать никуда не надо. Металл согнут в профиль. Здесь же. Два опытных специалиста быстро, в течение одного дня, сделают для вас любые профиля и коньки. Любой профиль, который вы, в принципе, здесь и купите. Без аренды. Аренда есть везде. Здесь нет. Аренда включается в цену. Здесь нет. Нет и все. Нет ни на товарах для отопления и водоснабжения в любом доме. Ни на предметы для нагрева воды. Ни для унитазов. Не для труб, всех проехать легко. Все, кто хочет типа дешевле, приезжайте на стройдвор. В 90% здесь вы не налево, а направо, реально 200 метров, и вы реально экономите. Ничего-ничего, город маленький, друг мой хороший, мы вам все и расскажем, и покажем. В смысле, зачем? Можно и сейчас. Все это для вас. Трубы, профиль, любые из металла. Все есть. Осталось купить пилу, потому как место на складах море. И вы в центре строительства. Находится реально за 200 метров от стройдвора. С реально лучшими магнитогорскими ценами. Реально лучшими диктуется тем, что для строительства и для ремонта здесь в одном месте есть все. А это лес, песок, любой металл, любого профиля. Профиля для крыш разные, а также кирпич. И вы вместе малость интересными своими ценами. Можете и заказать, и получить всю электропроводку. Кроме того, вернемся к ценам. Это самый лучший не только в городе, а в двух регионах России фирма. И возводит она и ремонтирует дома под ключ. Круто? Да. А вы думаете, что в таком строительстве не действуют суперскидки? Так вот, все по суперцене для вас, магнитогорцы. От и до, и газовые котлы Хуберт с такой же идеальной ценой.
чтобы плотненько въехали. Вот-то куда можно и приехать. Для парковки? Муниципальное предприятие, городской транспорт. Здесь. Для забора, в смысле, а зачем забор, когда есть все для доставки для дома? А это два новых погрузчика и доставка напрямую до места строительства и ремонта здесь. Никуда ехать не надо. Что еще может быть лучше? А? Не а. А вот куда идет дорога. На Советскую 160/2. Это видно из самой Советской. Давайте все-таки определимся. То место, где я нахожусь. Это Советская 160/2. Прямо за моей спиной вы видите, да, огромные цифры. Огромные цифры. Для того, чтобы вам было понятно, насколько это огромные цифры, я специально подошел и работаю все это дело издалека. Чтобы было ясно, цифры реально красивые и ровные. Мало того, реально ровные цифры, реально отличный материал, реально то, что они производят для вас, господа мои. Это ли не есть ваше удовольствие, когда прямо рядышком с вами, вот передо мной этот стройдвор, недалеко ходить-то надо, понимаете? То есть со стройдвора выше немножко, это вот Магнитогорский городской транспорт здесь, неплохой вещь. То бишь спокойненько проехали сюда и понимаете о том, что то, что нужно для вас, оно для вас есть. И где оно располагается? Немного надо проехать, реально немного. Ну, грубо говоря, оттуда и до сюда 250 метров. Это, ну, если вы будете вот так задницей еще идти. И вы поймете, что здесь есть все для вас.